Ждут Флоренс и энергетики. В Карелэнерго, филиале МРСК Северо-Запада, в готовность приведены мобильные силы, ведется мониторинг метеоусловий. По прогнозам, сильнее всего атлантический циклон проявит себя в западной части республики. Под его влияние могут попасть Сартовальский, Лахденпогский, Питкяранский, Суоярский районы. Прошлую пятницу в трех из них обильные снегопады и шквалистый ветер оставили без света около 30 поселков и деревень. Последствия циклона Дональд ликвидировали 1500 человек. Электроснабжение было восстановлено полностью вечером в этот же день.